Здравствуйте, дорогие друзья! Снова я, БН. Сегодня у нас 8 мая. Завтра у нас мы будем в стране праздновать День Победы. А я решил отметить победу своим способом. Я решил заснять этот репортаж из столицы США, города Вашингтон, дистрикт Колумбия. Вот, я не знаю, если будет видно. Вот, надел на себя футболку с Путиным. Ну и вот, в таком вот виде я хочу проехать не просто по Вашингтону, а я хочу проехать непосредственно в самой близости от Белого дома. Я уже снимал как-то в этом городе, я ездил возле Капитолия, был и пешком подходил к Капитолию, видел огромных крыс, которые там бегают. Кто не видел этот репортаж, пожалуйста, посмотрите. Я думаю, что вам будет очень интересно. Ну а сегодня я хочу проехать прямо возле Белого дома. В прошлый раз у меня не получилось это сделать. Ну а сейчас попробуем. Заодно посмотрим, как выглядит столица США. Куда-то там стоит очередь большая. Ну, традиционные бомжи. Я прошу особо строго меня не судить, потому что записываю я этот репортаж, ну вот как вот я еду, так и записываю. Поэтому я прошу вас строго меня не судить за то, что я могу прерываться. У меня может мысль пропадать. Я надеюсь, вы понимаете, что я веду огромный грузовик 25-метровый. И поэтому мне надо сосредоточенно прежде всего вести этот грузовик. Так как здесь и мосты низкие могут быть, и всевозможные повороты, ну и... Здесь я думаю, что я поехал как раз не туда. Ладно, надо было держаться правее. Да. Ладно. Попетляем. Я, конечно, авантюрист еще тот. Да, конечно, авантюрист еще тот. Тут и дороги перекрыты, ну и я. И я здесь. Ну, знаете, хочется здесь прочитать стихотворение. Я, к сожалению, не знаю, кто автор. Поэтому, если вдруг автор меня услышит, прошу прощения, что не называю автора. Для меня это уже стихи народные. Хмелел солдат, слеза катилась,
пил заграничный самогон, и на груди его светилась медаль за город Вашингтон. Допил солдат, поправил каску, привычно в ствол загнал патрон, еще освобождать Аляску, и раздавил ногой айфон. Я не знаю, если это стихотворение кто-нибудь когда-то читал, непосредственно будучи в Вашингтоне. Поэтому, автор, я думаю, вы останетесь довольны. Сегодня я уже записывал один репортаж. Я сказал в этом репортаже, что я слушал радио. Это была BBC, английская, это и теле, и радиокомпания. Так вот, они обсуждали, сегодня как раз 8 мая. Они 8 мая празднуют День Победы во Второй мировой войне, как они это называют. Вот. Ну, называть таким образом они, в принципе, право имеют, я ничего не имею против. Вот, кстати, с левой стороны. Сейчас я вам покажу вот такую вот стелу. Как видите, по зачетным местам едем. Здесь надо повернуть направо. Тут какие-то грузовики. Что за грузовики? Интересно. Я имею в виду с правой стороны. Я не понимаю, как мне проехать к Белому дому. Так. Здесь надо налево. Видите, тут грузовики, и мы тут тоже на грузовике. Так что все нормально, все в порядке. Между прочим, сейчас кто не видит, здесь стоят много грузовиков с украинскими трезубцами, то есть товарищи хохлы что-то тут поддерживают, празднуют. Вот тут было два грузовика с украинской символикой. Я не знаю, если сейчас еще попадется. Че празднуете, а? Пишут «Make trucking great again». Протестует? Мне, кстати, интересно, вот я вот тут еду, кто-нибудь остановит, задаст какие-то вопросы, какого хрена я здесь делаю. Вот слева от меня сейчас стоит полицейская машина. Ну, вот сейчас он обгонит, и вы увидите.
Еду по самому-самому-самому центру столицы США на грузовике. Между прочим, Белый дом меньше 1,5 миль. Ну, поедем, поговорим с Трамповичем, с Дональдом. Как говорится, посмотрите направо, посмотрите налево. Мы проезжаем вот это справа, US Custom Border, это таможня, а слева Department of Commerce, в общем, департамент торговли. Во всей Америке единственное, где нормальные, крутые, фундаментальные здания, это как раз в Вашингтоне. Больше я нигде ничего такого подобного не видел. То есть американские сталинки вы можете увидеть только лишь в Вашингтоне. Видите, город чистый, людей мало. В отличие от Нью-Йорка, я не вижу здесь валяющегося мусора. Но в этом городе всегда было очень много бомжей. Еду я здесь, и хочется спеть День Победы. К сожалению, я не помню все наизусть. Вон там вот справа целый палаточный городок бомжей. Этот день победы порохом пропах, этот праздник со слезами на глазах, это радость и улыбка на устах. День победы, день победы, День Победы. На-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Этот праздник сединою на висках. Это радость и улыбка на устах. День Победы, День Победы, День Победы. Да, ребята, мне тут надо, конечно, проехать. Это я вообще авантюрист. Это пипец.
Это пипец. Борзометр, конечно, у меня зашкаливает. Ой, сам в шоке, сам в шоке. Меньше мили до Белого дома. Аж вспотел. Помню, я несколько лет назад пересекал границу в футболке с Путиным. Кто не видел, посмотрите. Ну а сейчас в футболке с Путиным мы тут выезжаем по Вашингтону и направляемся прямиком к Белому дому. Я вас уверяю, нас ничто не остановит. Катя очень просила, когда я отсюда выйду, чтобы я позвонил. Она, когда услышала, что я замыслил, сказала, что она будет очень переживать. Ничего. Наглость города берет. Мы с мирным визитом. Как говорится, мы наблюдаем. Помните, как этот из бригады, он так стоит, такой космос, пистолеты крутит, говорит, мы наблюдаем. Вот так вот. Мы тоже наблюдаем. С дружественным визитом на высший уровень. Людей мало, как раз коронавирус, как раз нам должно быть свободненько, удобненько здесь поездить. Единственное, к сожалению, дождик начинается. Пипец, тут мне надо налево. Ах! Нормально. Нормально вписались. Белый дом меньше полумили. Меньше полумили. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, а значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный,
Но все ж бессилен он. Уходит в ночь, уходит в ночь отдельный 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Фух. Такие, брат, дела. Белый дом справа. Это максимально близко, что я могу проехать. У самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Прошу прощения, что-то как-то я извините, так получилось. Лучше бы я эту песню не пел. Хотя эта песня как раз в тему. Ну а теперь прочь отсюда. Не знаю, как я спою новую песню после того, как слезы были, но строго не судите. Но у меня есть желание спеть еще одну песню, которая для меня очень большое значение имеет. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облака, сизым облака, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой.
покажись вдали краешком тонкой линии берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки, в маленьком саду, созрели вишни, наклоняясь до земли. Где-то далеко, в памяти моей, сейчас, как в детстве тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня до пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облака, сизым облака, ты полети к родному дому, отсюда к родному проезжаем Чайнатаун. Ну, в общем, это я сужу по воротам. На следующем перекрестке налево. Куча полиции везде, но, наверное, никто не может даже подумать, что здесь можно ездить без дела, просто так. Ну, в общем, в этом плане, конечно, ничего не могу сказать. В Америке есть свобода. Вы много раз обсуждали, высказывали свое мнение, что на грузовиках у вас не ездят по центру города или по центру городов. Я вам уже многократно показывал и доказывал, что в Америке такого запрета нет. Там, где нельзя проехать на грузовике, там есть конкретные... Вон опять полиция с левой стороны от меня. Сейчас вы увидите, будет меня обгонять. Так вот, там, где нельзя ехать на грузовике, там есть конкретно знак, что на эту улицу грузовику нельзя. Поэтому, в принципе, как вы видели, можно было проехать даже в нескольких стах метрах от Белого дома.
общем, как-то так. Друзья. Как-то так. Видите, тут полиция практически на каждом перекрестке. Чего они охраняют? Какой порядок? Мы тут беспорядок устраиваем. Но беспорядок мы устраиваем незаметно. Незаметно, то есть так, инкогнито. А, это, кстати, нет, тут машина полицейская стоит, так как это полицейский участок. И там вот написано как раз Traffic Safety. То есть они как раз на безопасности на дорогах специализируются. Но поворачиваем мы правильно. Безопасно. Поэтому, как видите, претензий к нам никто не имеет. Я когда проезжал, я не обратил внимания, что за плакаты держали протестующие вот прямо возле Белого дома. Не посмотрел я. Надеюсь, что во время монтажа я смогу показать. Но протесты в Америке в основном выглядят именно вот так. Вышли с плакатами, стали, подержали. Всем наплевать на то, что ты там держишь. Зачастую люди даже не смотрят. Там что-то было написано, по-моему, Stop War, остановите войну. Тихо протестнули и разошлись. Все. Такие протесты, как Либерда, у вас никто здесь в Америке не устраивает. Если бы кто-нибудь такое устроил, то все люди, которые сюда бы пришли с такими, с такого рода протестами, уже бы больше бы в ближайшие лет 20 на свободе бы не появились. Поэтому здесь протестуют культурно. Можно сказать, шепотом. Ну что можно сказать? Свободная страна. Это у вас там в России жестокий мордор. Помню эти протесты и помню видео, где полиция в громкоговорителе говорили: разойдитесь, вы нарушаете закон, разойдитесь, разойдитесь, разойдитесь. Столько раз сказали разойдитесь, а эти все революционеры долбаные. Вот сюда бы их, в Америку. Да. Так, ну вроде бы мне все время прямо. Покружился я, ничего вроде сложного перед нами уже нет. Проедем более-менее вот этот вот центр, и я отключу репортаж. Сколько там у меня минут? 26 минут я записал. Уже, в принципе, нет ничего, чтобы я хотел сказать.
Единственное, я просто хочу вас, дорогие друзья, поздравить с Днем Победы, 9 мая. Это самый важный, самый светлый, самый трогательный праздник, который есть у нас. Я вас всех искренне поздравляю. Завтра, 9 мая, будет ровно 4 года, как я записал свое первое видео. Видео не сохранилось, но в этом видео я говорил вот что. Я говорил, что когда я смотрю по телевизору Парад Победы, когда я особенно смотрю по телевизору Шествие Бессмертного Полка, что все люди идут в одном едином порыве. Богатые и бедные, политики, там, бизнесмены, рабочие, все идут в одном как бы потоке. И я сказал, что я не могу себе представить, чтобы во время шествия Бессмертного Полка кто-то поссорился, поругался. Чтобы кто-то создал какой-то конфликт. И я сказал о том, что, к сожалению, буквально вот 10, 11, 12 числа все эти же люди могут встретиться на дорогах. И при каком-то конфликте на дорогах они могут подраться. И я говорил о том, что нужно друг к другу относиться как к родным. Как к родным людям, вы русские, родные люди, понимаете? Как вот есть в семьях, там, братья и сестры. Такая же точно может быть, аллегория, то, что самые родные люди – это ваши братья и сестры. И братья и сестры должны друг за друга горой, должны поддерживать друг друга. Если вы, братья и сестры, этого не делаете, то вы должны понимать, что больше в этом мире вы никому не нужны. Никому. И русские люди, вы также, славяне, вы должны друг друга поддерживать, потому что больше в этом мире вы никому не нужны. И очень жаль, когда люди этого не понимают. И очень жаль, когда люди не ведут себя с уважением, с пониманием, с любовью друг к другу. Понимаете? К сожалению, только во времена всеобщей опасности, когда враг придет на землю, тогда только мы сплачиваемся. Это, конечно, замечательно. Но сплоченность должна быть не только в те времена беды, а и во времена мира. В общем, это то, что я говорил 4 года назад. Обсуждайте увиденное с уважением к вам. БН.